Так, ну я надеюсь, сейчас меня хорошо слышно. Еще раз всем привет, у микрофона Кьют. Это IP-лига, матч Каскад против IP. Я так много говорил и оказалось все впустую. Дело в том, что на моей внешней звуковой карте иногда происходят какие-то сбои. И она сама по себе отключается. Не проконтролировал я этот процесс, извиняюсь, друзья. Ну что, вернемся к матчу. Что, соответственно, было в начале игры? Абсолютно стандартное открытие через форш экспант у Протоса. Абсолютно стандартные три хата от Зерга. В принципе, ничего мы с вами не пропустили. Все-таки на всякий случай отпишитесь в чате. Конечно, на стриме есть задержка в районе минуты. Поэтому я, конечно, ваш комментарий получу с опозданием. Вот, но все-таки хотелось бы получить от вас фидбэк. Достаточно ранний третий газ ставит сейчас Протос. Достаточно ранний даже третий-четвертый газ сейчас ставит Протос. Я думаю, что Зерг должен обратить на это внимание. Вот, это предвестник каких-то стратегий через роботик. Либо стратегий через Старпорт. Да, мой прогноз оказался верен. Это действительно завод робототехники. И возможно, что Протос будет играть какой-нибудь Immortal Push. Или какую-то вариацию Immortal Push. Также возможно какие-то билды через робо. Там робо 6-7 гейтов, варп из призмы. Центрики делаются. Центрики плюс один. Да, наверное, это все-таки будет Immortal Push. Пошел совершенно стандартный роуч вариант от Зерга. Ставится Evolution, делается лэйр. Но дело в том, что просто сообщение-то приходит с опозданием. Вот, сейчас я надеюсь, все окей. Никаких у нас проблем не будет. Добавляется дополнительный гитвей. Пошел обсервер. Вот это очень странно. Потому что все-таки при стратегии Immortal Push первым делом обычно делается Immortal. То есть Прото старается как можно раньше построить двух-трех имморталов и выйти в атаку. Что там по рабам у нас? Зерк уже успел построить 52 раба. Это, в принципе, достаточно неплохое количество к этому времени. Добавляется от него макрохата. Делается скорость собачкам. И добавляется третий-четвертый газ. Лэйр уже готов. Сейчас посмотрим, какие апгрейды будут заказаны. Будет ли заказан ранний инфестейшн пит. Или все-таки это будут апгрейды на скорость роучем. Да, вот пошел апгрейд на скорость роучем. Ну а Протос, в свою очередь, начинает производство первых имморталов. Делается сумеречный совет. Какой-то интересный билд-ордер. Я все-таки думал, что это будет Immortal Push, но у Deathmask'а... У Deathmask'а свое мнение на этот счет. Он выходит в третью локацию через центр имморталов. Делается апгрейд на армор, хотя поставлен сумеречный совет. Ну, не знаю, два гейта. Добавляется дополнительный гейт в застройку. Ставятся две фотоночки. Ну, в принципе, такая достаточно серьезная оборона у нее сейчас нарисовывается. Ну, а Зерк, в свою очередь, не добавляет пятый, шестой газ. И есть... Есть предположение, что сейчас будет какая-то роуча линговая агрессия от Зерга. Пробивает он сейчас камни. Огромное количество собак у синего Зерга. Врывается он тут на армию Протоса, но нет. Нет, Протос контролирует ситуацию. Сейчас можно было попробовать отжать сентрей. Но Протос вовремя отвел армию назад. Делаются апгрейды на передвижение оверов. Делаются апгрейды на брюшные мешки. Сейчас будет стараться Зерк разводить своего оппонента с помощью дропов. Но я бы не сказал, что эта карта самая удобная для того, чтобы разводить дропами. Потому что, ну, единственное, куда можно вот так вот внезапно залететь, это все-таки вторая локация. Тут у Протоса все под контролем. Единственное, что Зилот, конечно, не на стопе, не на халде стоял. Но Протос это все дело вовремя пофиксил. Рабов Зерга, он не добавляет газы. Это все-таки будет действительно агрессия роуча линговая вместе с дропом. С возможным переходом в инфесторов чуть позже.
Давайте посмотрим, какие планы у Протоса. Делается блинк, делается плюс 2 на атаку. Есть застройщик около камня, которая не позволит Зергу так безнаказанно разводить Протоса. Ну, надо гейты, конечно, добавлять сейчас. Перевести рабочих, потому что вот тут вот рабочих явно перебор. Ставятся дополнительные газы. Сейчас Крозеребиту, конечно, надо камень пробивать. Вот, и стараться как-то развести своего оппонента. Потому что в первую очередь такая стратегия рассчитана на агрессию. Если эта агрессия не приносит своих дивидендов, то там, конечно, уже с Протосом достаточно сложно будет. Потому что ситуация по локациям сейчас 3 в 3. И нужно что-то придумывать. Засаживает сейчас воверов половину своей армии зерк. Но Протос вовремя среагировал. Подошел к уступу. Пострелял по верам. Сейчас можно, в принципе, вот так вот сверху прилететь, сделать дроп. Но тут все будет, конечно, зависеть от филдов. Насколько хорошо лягут филды. Ну и, как я говорил ранее, единственное место, куда действительно можно удачно дропнуть, это вторая локация за минералы. Пытается тут с двух сторон развести зерк, но тут армии маловато, чтобы делать такие разводы. Сюда барачей немножко добавить, можно было забежать как-нибудь. Там бараки подгрызть или вот рабочих проатаковать. А так сейчас овера летают, над верами летает в центре. И высаживается зерк. Сталкеры блинкаются вперед, но нужно сейчас кидать филды и нужно стараться рассредоточить все-таки свою армию. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, мне кажется, это не совсем удачная атака для зерга, хотя высадилось огромное количество роуч, они сейчас начинают убивать сентрей, погибли все сентри, но иммортал тут раздает уже 8 убийств у иммортала, у второго иммортала 9 килсов. Тут, конечно, погибли все фотонки, но дело в том, что ничего важного практически сейчас зерг не убил. Ставится от зерга четвертая локация, добавляется пятый, шестой газ. Пока мы тут с вами рассуждали о том, как зерк может проатаковать, был поставлен Infestation Pit, делается апгрейд на ману. Сталкеры тут пытаются подрезать роучи. Зерк в срочном порядке дозаказывает собак. Такая контратака, конечно, сейчас может оказаться очень неприятной. Но дело в том, что у Десмаска нету пилона для подварпа. И нужно отступать назад, наверное. Да, подрезал он некоторое количество оверлордов. Или попробовать сейчас третью забрать. Красивая, блин, микро восполнение Десмаска. Но мне кажется, тут нужно отступать. Тут можно потерять очень ценных имморталов. Ну, в принципе, неплохой размен для Протоса, учитывая то, что по апгрейдам он явно впереди. Один на один есть, есть апгрейды на лингов. Вот, соответственно, только одна броня для роучей. Зерк сейчас по апгрейдам очень сильно отстает от Протоса. У Протоса уже делается третий апгрейд на атаку. Делается второй апгрейд на защиту. И делаются колосы. Делается термальный луч. Добавляются дополнительные бараки. И сейчас, ну, можно сказать, что есть некоторое преимущество у Протоса. Посмотрим, как он будет его реализовывать. Призма куда-то полетела. Сейчас забирает наконец-то овера над скалой. В принципе, Протос-то все видит. Он видел практически все сейчас, что происходило у зерга. Видит его армию, видит инфесторов. Также он видел и состав армии. Но посмотрим, будет ли какая-то массированная атака на Десмаска. Или он будет реализовывать свое преимущество через четвертую локацию. С постановкой старпорта и выхода в Мазершип. Да, ставится старпорт. Делается четвертая локация. Также, кстати, делается апгрейд на призму. Что у нас тут летит? Призма полетела на мейн. Но вот с такими разводами с призмой можно и вперед немножко выйти своей армии. Потому что все-таки, ну, призма, когда залетает, она, конечно, вынуждает соперника немножко оттянуться. И там можно крип подрезать или там ксилнаги занять. Варпается огромное количество зилотов. Сейчас 10 зилотов будет стараться убить Infestation Pit. И я думаю, что у них это получится. Да, минус Infestation Pit. Зилоты с тремя атаками нормально тут нарезают собачек в таком узком проходе. И параллельно идет варп на третью локацию. Но тут инфесторы. Тут много не нарежешь. Хотя нет, ну в принципе нормально, рабочих забирает сейчас Протос. Начинает бить хату, но нужно подойти инфесторами, кинуть микос.
Восстанавливает зерк Infestation Pit. Минус хата. Вот это да. Не срегировал Crazy Rabbit, хотя у него, в принципе, было 5 инфесторов, и мог он кинуть Микос там или Infestation Infesta Тиранов накидать. Отдал хату, сейчас очень обидная потеря, в принципе, на ровном месте. Делается Gritter Spire, делаются первые корапторы. И пошли штормы от Протоса. Давайте посмотрим на кулак Протоса. Что у нас имеет Протос? 86 рабочих, 23 сталкера, Immortal, 2 колосса и пару психов. Очередной заварп сейчас идет на вторую локацию. Опять 10 зелов. Ну тут очень сложно вот так вот с собаками сражаться, потому что в узких проходах, конечно, зил отлично нарезают собачек. С роучами уже попроще. Тут, в принципе, можно сказать, что залет не удался у Протоса, но... Зилоты на такой стадии игры это халявный юнит, потому что минералы у Протоса копятся. Копятся постоянно, 92 раба. Вот это, мне кажется, уже перебор от Протоса. Слишком много рабочих, будет не хватать на боевой лимит. Смотрите, у Протоса на 30 больше рабочих, чем у Зерга. Не часто встретишь такую ситуацию. Очередной заварп идет у нас сейчас на 5 часов. И тут зилоты, мне кажется, успеют забрать хату. Отлично, Десмаск развлекает своего противника призмой. Да, зилоты забирают хату. Сейчас, может, даже роучи подрежут. Ну и что, наверное, мы с вами увидим атаку с Мазершипом. Мазершип у нас делается примерно через 80 секунд. Зер куда-то выдвигается вперед, но мне кажется, что... Ну хотя ладно, не будем делать прогнозы. Прогнозы дело неблагодарное. Сейчас мы все с вами увидим. Что там по апгрейдам у Протоса? 3 на атаку, 3 на армор, есть один щит. Что зерк у нас имеет? Есть ли в армии зерга собачки? Да, есть, только вот где они все? Вот собачки, отлично. Что-то я, видимо, там пропустил. 2-2 есть на собак. На воздух апгрейды не делались. И сейчас зерк на самом деле попадет в такое тайминговое окно. Может попасть в тайминговое окно. Пока еще нет мазершипа. Блин, вперед, минус Брудлорд. Минус второй Брудлорд. Отличные штормы от Протоса. Зерк, в свою очередь, ловит Протоса на микозы. Но не хватает, мне кажется, зерга, не хватает микозов. Сталкеры блинкаются вперед и постепенно разбирают Брудлордов. По лимиту зерк отстает уже на 60. И сейчас будет готов Мазершип. Мазершип уже готов. Ну и нужно сейчас уйти, конечно, добивать своего соперника. Делать даварп и бросаться вперед. Потому что отлично сейчас разменялся Протос. Зерга было маловато, скажем так. Ну не то, что маловато, лимит некачественный был за счет того, что Протос его постоянно развлекал. За счет того, что была потеряна вот эта третья хата, за счет того, что была потеряна пятая локация. Не хватило ему немножко газового лимита. Ну и отличные штормы, конечно, вошли во всю армию Зерга. Сейчас Протос двигается вперед, но тут дело в том, что опять нет пилона для даварпа. Это ошибка, которую я наблюдаю уже на протяжении второго стрима. Десмаск не делает пилоны для даварпа. И, ну откуда варпать отсюда? Идти далеко достаточно. Ну тут, в принципе, все понятно. Эта воронка уже такой необязательный элемент. Но все равно достаточно красивая воронка практически на всю оставшуюся армию. На королев, на караптеров, на зерлингов. Умирает сейчас Мазершип, но Протоса очень много. И Протос очень сильно впереди по апгрейдам. Отличный блин. Сейчас минус Авера. Ну и надо на мейн подниматься уже. Просто зерк не сможет собрать какой-то достойный кулак. Я пропустил, походу, дарки вырезали пятую локацию. Но это, в принципе, не так важно для нас. GG.
Так, ну я надеюсь, все окей. Я попрошу Штанишкина следить тогда за стримом, если будут какие-то проблемы. Ну или вы, друзья, можете мне написать qzerk900. Но желательно писать по каким-то важным вопросам. Ну, задержку в эксплите я поставил. Там ровно 60 секунд задержка стоит. Все ли нормально? Стас, отпиши, если что. Интересно, интересный факт. В заявке у Каскад сегодня 3 протоса, 1 зерк. А у IP ситуация диаметрально противоположная. У них 3 зерга, 1 теран. Вот такая вот доминация раз по командам. Так, мне просят поставить задержку, ну, сейчас попробуем. Мне нужно будет сделать стоп-старт, друзья, оставайтесь на связи. Сейчас буквально пару секунд.